Скоро за нами прилетят мои ребята. До тех пор нужно будет сидеть тихо и не высовываться. Это всегда пожалуйста. Думаю, мы заслужили пару часов отдыха. Командир, сканеры показывают скопление биосигналов зергов у места раскопок. Как же я не догадался. Тайкус, чтоб ты сдох! Я знать не знал ни о каких зергах. Клянусь! Если зерги будут следовать по выбранному курсу, то через один час они захватят базу. Дьявол. Нужно продержаться до прибытия наших. Если мы распределим морпехов по бункерам и удержим эти два моста, то у нас будет шанс. Драка будет нешуточная. Да ладно. Я был в куче таких заварушек. Только там зергами и не пахло. Недостаточно минералов. ТСМ готов. Недостаточно минералов. Поди ж ты. Есть работенка? Да, да. ТСМ готов. Задавим их интеллектом. Я уже заждался. ТСМ готов. А вот и они. Целься! Это сообщение.
Мы окружены! Находимся у станции Дальняя! Нужна помощь! Приказы будут! ЭСМ готов! Пристройка завершена. А? Что стряслось? ЭСМ готов! Давай, удиви меня! ЭСМ готов! Кому навешать? ЭСМ готов! Доктора вызывали? ЭСМ готов! Доктора вызывали? Доктора вызывали? ЭСМ готов! За дело? ЭСМ готов! Вооружен и опасен! Доктора вызывали? Давно бы так! Что стряслось? Точняк! Отдавим их интеллектом! ЭСМ готов! Я уже заждался! Конечно! Приказы будут? Кому навешать? ЭСМ готов! Приказ получен! Закончено! Если можете, помогите! Я уже думал, нам конец. Все понятно. Приказы будут? Вас понял. Бегу, марш! Давно бы так. Прочь с дороги! Что за спешка? Еще бы! База атакована. КСМ, на ремонт бункеров. Что стряслось? Кому навешать? Как скажешь.
Парни, как же мы рады вас видеть! Выведите нас отсюда! Да! Давно бы так! Так точно! Приказ получен! Конечно! Выполняю! Понятно! Атакована. Еще бы! Почему бы и нет? Точнее! Держитесь! Помощь на подходе! Чтобы так! Бегом! Выполняю! Атакована. Давно бы так! Так точно, сэр! Как скажешь! Окей! Срочно нужна помощь! Мы окружены! Кто-нибудь нас слышит? Месторождение минералов выработано.
Доктора вызывали? Доктора вызывали? Ага. Приказы будут? Конечно! Так точно! Вооружен и опасен! Бегом, Орс! Превосходно! Окей! Доктора вызывали? Доктора вызывали? Продержаться еще немного. Скоро нас заберут. Приказы будут? Понятно! Бегом, Орс! Огонь прочь с дороги! Месторождение минералов выработано. Что за спешка? Это! Выполняю! Бегу, Мор! Давай, удиви меня! База атакована. Атакована. База атакована. Thank you.
атакована. Это! Вооружен и опасен! Командир, это Мэтт Хорнер. Держитесь, корабль на подходе. Да ты не торопись, Мэтт. У нас полно времени. Доктора вызывали? Доктора вызывали? Превосходно! Точняк! Вооружен и опасен! База атакована. Что происходит? Месторождение минералов выработано. Высылай книжки для трупов. Приказы будут! Карета подана. Есть кто живой? Рад тебя видеть, Мэтт. У нас тут весело. Хорошо, что мы успели, сэр. А теперь давайте-ка вытащим вас отсюда. Джимми, ты многого мне не рассказывал. Ты чуть не опоздал, мать. Я вас ни разу не подводил, сэр. Это точно. А теперь сваливаем отсюда. Всем батареям открыть фронтальный огонь. Запустить двигатели 2 и 6. Гиперпрыжок по моей команде. Прыжок. Какого черта зерги вернулись? Зачем им нападать на Марсару именно сейчас? Не только на Марсару. Посмотрите. Полномасштабное наступление. Многие пограничные миры подвергаются разрушению. Огромные потери. Миллиарды погибших. Только что зерги напали на центр военных разработок. Пресвятая мать-заступница. Эксклюзивная запись подтверждает, что Рой действительно возглавляет королева клинков. Мы знали, что она вернется. Но что ей нужно? Она пришла завершить начатое. К
Кто знает, с чем нам придется столкнуться в этот раз. Сэр, нам нужно подготовиться к бою, проверить снаряжение и оружие. Да, пойду поговорю со Своном в арсенале. Думаю, он уже разработал парочку новинок. Мне неприятно спрашивать, сэр, но по какой причине этот осужденный до сих пор на моем мостике? Полегче, Мэтт. Тайкус мой давний приятель. Он вытащил меня из одной заварушки несколько лет назад. Я перед ним в долгу. Но у вашего приятеля список судимостей длиннее, чем... Не длиннее моего. Поверь мне, если бы Тайкус Финли хотел меня убить, я уже давно был бы мертв. Что ж, вам виднее, сэр. Шикарный у тебя кораблик, Джимми. Где ты раздобыл этот летающий дворец? Раньше Гиперион был флагманским кораблем Менгска. Мы с Мэттом позаимствовали его, когда наши пути с Арктуром разошлись. Эта старушка вытащила нас из многих неприятностей. Кстати, о неприятностях, Тайкус. Почему ты расхаживаешь по моему мостику в скафандре? И правда. У тебя что, молнию заело? Ладно. Раскусил. Мне немного помогли с побегом из тюрьмы. Скажем так, за мной теперь должок. И я не выберусь из костюмчика, пока не расплачусь. И кому это ты задолжал? Кто тебя выпустил? Мёбиусы, естественно. Я же с ними не в музее познакомился. Им позарез нужны эти артефакты. Лучше не впутывай нас в свои дела, Тайкус. Об оплате твоих долгов мы не договаривались. Сэр, когда у нас откроется лаборатория? Было бы здорово начать исследование. Эй, народ! Наш славный предводитель вернулся! Как поживаешь, ковбой? Что нового, Свон? Ничего особенного. Все укрепляю войска, неизвестно для чего. Дорабатываешь броню и оружие? Ага. Улучшения все занесены в консоль. Но на них потребуются деньги, и немалые. Надеюсь, ты вернулся не с пустыми руками? Слушай, я знаю, что с деньгами в последнее время было туго. Но этот артефакт с Марсары окупит все наши расходы. Где-то я это уже слышал, брат. Но теперь другое дело. И это я тоже слышал. Улучшение того, что у нас уже есть, это хорошо. Но когда у нас появятся новые разработки? В арсенале шаром покати. Когда через наши мастерские проходит что-нибудь новенькое, я сохраняю чертежи, чтобы при необходимости наладить производство. Если тебе нужно построить что-нибудь особенное, обеспечь меня чертежами.
Все действительно так плохо, Мэтт? Сообщения о нападениях зергов приходят со всего сектора. Менгск направил основные силы флота на защиту центральных планет Доминиона, бросив пограничные миры на произвол судьбы. Это настоящий ад. Мы не сможем остановить нашествие с одним кораблем и горсткой добровольцев. Значит, пока не будем геройствовать. Поднимем деньжат на Мёбиусах, а там все немного утрясется. Тогда и разберемся. Ты, кажется, не понимаешь. Ничего не утрясется. Зерги не остановятся, пока не перебьют нас всех. Не кипятись, Мэтт. Никто не собирается отсиживаться. Просто сейчас наши бойцы не в лучшей форме. Нужно подзаработать денег, собрать людей, вооружиться. Тогда мы еще сможем что-нибудь сделать. Доложи обстановку, Мэтт. Мы получили сигнал бедствия с планеты Агрия. Зерги атаковали сельскохозяйственную колонию. А ваш предприимчивый товарищ Тайкус предлагает захватить артефакт, находящийся на Монлите, священной планете протосов. Всем, кто слышит это сообщение, зерги напали на Агрию. У нас небольшая сельскохозяйственная колония. Доминионцы сбежали. Нужно эвакуировать людей, пока зерги не добрались до поселения. Если вы слышите это сообщение, помогите. Умники из Мёбиуса считают, что очередной артефакт должен быть на планете под названием Монлит. Скорее всего, его охраняют протосы-фанатики. Они называют себя Талдарим. И не думай, что эти Талдаримы такие же добренькие, как твои приятели типа Зератула. Потому что это далеко не так. Вот он, Джимми. Все как Мёбиусы сказали. Легкая нажива. Даже не знаю. Там довольно много протосов. Нам придется... А это что за... Внимание! Обнаружены многочисленные биосигналы зергов. Черт. Они что, все время сидели под землей? Черт их знает. Но руку даю на отсечение, что бегут они к нашему святилищу. Это все осложняет. Мы не сможем воевать на два фронта, приятель. Если повезет, то и не придется. Все, что нам нужно, это оцепить святилище и удерживать его достаточно долго, чтобы извлечь артефакт. Поэтому мы высадимся здесь и пробьемся через заслоны протосов, пока их основные силы заняты зергами. Протосы обречены. Их гибель — вопрос времени. Поэтому наша задача — захватить артефакт и побыстрее исчезнуть. Недостаточно минералов. Что происходит? Зергов значительно больше, чем протосов. По предварительным оценкам, протосы долго не продержатся. Итак, план у нас следующий. Добраться до артефакта, пока зерги не смяли протосов и не захватили святилище. СМ готов! Тревога. К базе приближаются сталкеры протосов. СМ готов! Входящее сообщение. У меня для тебя сюрприз, ковбой. Мародеры.
все как один специалисты в теории и практике большого взрыва. Не уверен, что сейчас подходящее время для экспериментов, Свон. Самое что ни на есть подходящее. Просто натрави мародеров на сталкеров и посмотри, что будет. Давай, удиви меня! ТСМ готов! Доктора вызывали? Недостаточно минералов. Я уже заждался. ТСМ готов. Что стряслось? Как скажешь. Требуются дополнительные хранилища. Где болит? Опишите характер недомогания. Вызывали? Расслабьтесь. ТСМ готов. Что происходит? Будет сделано. Недостаточно минералов. ТСМ готов. Чего пугаешь? ТСМ готов. ТСМ готов. Выкладывай. Доктора вызывали? Тревога. К базе приближается стая зергов. ТСМ готов! Доктора вызывали? ТСМ готов! ТСМ готов! Ложись! ТСМ готов! Брось с дороги! ТСМ готов! Что происходит? Есть? Доктора вызывали? ТСМ готов!
Выкладывай. Режим готов. Время действовать. Оставь тактику мне, Тайкус. Так точно! Вас понял! Улучшение завершено. Что не дождусь! Высылайте мешки для трупов. Все по-взрослому. Что происходит? Доктора вызывали? Улучшение завершено. ТСМ готов. За делом.
вижу все по-взрослому. Пристройка завершена. Кого подлатать? Я уже заждался. Сейчас рванет. Время действовать. А? Чего пугаешь? Высылайте подмогу! Давай, удиви меня! За дело? Что стряслось? Сейчас рванет! ХСМ готов! Бегом, марш! Высылайте подмогу! Что происходит? Время действовать. Да, да. Ага. Давай, удиви меня. Эсэп. Кому навешать? Прочь с дороги. А? Давно бы так! Сейчас мне будет больно! Прочь с дороги! Сейчас мне будет больно! Приказы будут! Сейчас рванем!
понял. Кто на новенького? Тоталит вооружен и опасен. Сейчас рванет! Уйди! Приказы будут? Вооружен и опасен! Месторождение минералов выработано. Мы теряем Рикстой. Месторождение минералов выработано. Есть работенка. Ну да, конечно. Поехала. Вооружен и опасен. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов выработано. Вижу все по-взрослому. Месторождение минералов выработано.
бумаги! Месторождение база атаковано. Вижу все по-взрослому. Месторождение минералов выработано. Наши КСМ атакованы. Месторождение минералов выработано. Угу. Ну да, конечно. Доктора вызывали? Веспеновый гейзер. Доктора вызывали?